Всем привет, с вами Клер, и сегодня мы поиграем в игру Минаурос. Открытие, что такое, там что-то должно быть интересно. Где-то в далеком космосе планета Миара, мирное место дом нации Минауру. Минауры живут, но если исследуют и то где-то находится под землей, в поисках необъятной части их культуры. Всемогущих ресурсов. Вот, нам надо искать энергии, которые являются причиной их собственных умений. Они путешествуют через мощный портал. Используя коллектив телекинез, или коллективный телекинез, вместе они исследуют достаточно, чтобы телепортироваться куда угодно через космос, что позволяет им добывать ресурсы в окружающей вселенной. Но в один день все изменилось. Случилось землетрясение, и портал взорвался. Что высвободило неуправляемую мощь, которая и стала причиной колоссального взрыва на их домашней планете Мимаире. Почти всю нацию маурунов разбросало по всему космосу. Мауруны, которые в тот момент занимались добычей ресурсов на других планетах, оказались в ловушке. На другой планете остался жить, как Альф. Через несколько дней после катастрофы Мяуны старшина находит тебя. Спасибо, Господь, я нашел друга. Очнись. Что-то случилось. Где я? Бедное дитя, катастрофа, тяжелые времена наступили. Наша нация Миари погибла. Остальных частях разбросала нас, еще повезло. Мы остались живы. Вот это да! Это кто-то сиранул. Теперь из нас, дитя, зависит только найти и спасти остальных. Сейчас наша задача заново собрать портал на Церенон. На цельную ближайшую планету. Мы пошлем туда тебя. Но сначала я должен удостовериться. Я не подведу. Чем больше мы урунов спасем, тем больше будет портал. Потом мы сможем послать тебя на более отдаленные планеты. Мы должны воспользоваться нашей... Восстановить нашу нацию, наверное. Вау, приобретенное знание. Добро пожаловать в мир маурунов. Исследуй вселенную маурунов. Мануров. Минаруров. Ее законы. Ты будешь постепенно получать новые звания, которые помогут тебе понять маурунов и их среду обитания. Награда за полученные звания будет очки престижа. Короче, я получил награду 50, и я пошел, давай. Чё? Чё делать? Еще получили награду, дальше-то чё? Во! Удар больше, чем у... Во! Опять получили награду! Прикинь! Вот, я маурун! Куда пошел? А чё делать-то? Ты куда пошел, придурок? Чё делать-то? Давай собирай. Где-то. Сейчас разберемся, подождем. Сюда. Вот что-то спящее такое, надо туда, наверное, добраться. Давай. Ты в ловушке, чувак? Нет. Вот сюда иди. Давай. Сейчас что-то мы найдем. Я рад видеть тебя. Я доказал моей верности. Это кто такой? Отлично, ты прошел квалификацию. Теперь ты готов к путешествию на
Цернерон. Мы организовали запасы для тебя. Ого! Спасибо! Поздравляю! Ты прошел квалификацию. О, сейчас пойдем на Цернерон. Давай. Да я понял, давай, поехали. Ага. Ага. Ну, давай на планету. Во! Ага. А что, сюда можно? Нет? Только сюда? Давай. Ага. Вот это ежик в тумане. Ага. Что это? А нам далеко надо добраться-то? А, вот до этой. За 2 минуты, да офигели что? Во! Давай-давай. Ты подожди ты, вот. Вот. Нам сюда надо. Ага. Во! А он что, уже прошел? Упал в обморок. А, так нельзя. Давай, просыпайся. Так нельзя резко. Домашнюю плоти... Оказывается, нельзя так быстро делать-то. Давай, полетели. Ну, теперь мы в курсе. Что нельзя так резко вниз. Пиво! Давай. Так, нам до низу надо добраться, давай. Вот. По мостику. Сюда давай. А сейчас подожди. Ты в тупике, чувак. Как тебе выйти-то? Подожди ты. Ты попал в ловушку подземелья. Попробуй выбраться с помощью специального приспособления. Ух ты, блин. Какое специальное приспособление? Давай. Ты в ловушке, чувак. Как тебе выбраться-то? Ты попал в ловушку. Нет, так не катит. А как нам выбраться? Текущая глубина. Вот это что? Понятно, это твои награды. Нет, назад, назад, давай. А приспособ... Чувак! О, тут вон как можно шевелиться-то. Ага. Ну все, ты в ловушке. Я не знаю, как выбраться. Как тебе выбраться-то? Странно. А я не знаю, как выбраться. Пауза. Ух ты. О, что было сейчас? Ну-ка. Блин. Вот, на этом серию мы завершим, потому что мы застряли. Ой, понравилась эта игрушка? Тогда будем играть, да? С вами, подписываемся на канал, вступайте в группу ВКонтакте, с вами Клэр. Клэр, всем пока! Застряли мы почему-то. А я даже не знаю, почему, как выпить. А ты? Получена награда. Как тебе выбраться-то? Ну? Ого! Может, вот это надо? Нет? Чё? Я пока не понял, но что-то получается. Нет? Нет. А может, это надо? Ух ты! Как он закрывается, открывается?
А здесь что? А может это... А... Ух ты! Вот, на этом серию завершим, да? Всем пока! Та-та-та-на! А чё это два? Вау, звание получили! Ух ты! А чё нам? Ну ладно, всем пока, да? Я пока тут покопаю. Интересно же, вылезем мы, нет? Ты, суслик, блин. Ёжик в тумане, вылази. Всем пока. Я занят. Вылази, гад. Вылази, гад.